Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч шестого тура группового раунда отборочного цикла к чемпионату мира 2022 Азербайджан-Португалия. Встречаются лидер и аутсайдер группы А. Португалия в четвертом туре на последних секундах вырвала победу над скромной Ирландией, а пятый тур пропускала, обыграв Катар в товарняке 2-1. Ирландия после героического матча в Португалии ничего не смогла сделать в игре с Азербайджаном, пропустив гол на 45-й минуте и отыгравшись лишь под самый финальный свисток, имея достаточно большое преимущество. В очных матчах тотальный перевес у Португалии, которая всухую обыгрывала Азербайджан в последних 5 очных матчах. В первом матче в Португалии хозяева ходили по полю пешком и выиграли очень скромно 1-0. Сейчас ситуация обязывает португальцев не просто выигрывать, но желательно как можно с более крупным счетом, поскольку не исключено, что по осени придется считать не только очки, но и разницу мячей, которая пока у Сербии лучше. Поэтому здесь должно быть как минимум 0-2, если гости приедут именно с такой целью, а не просто взять очередную победу. Предыдущие два выезда Португалии в Баку заканчивались именно с таким счетом. Но скорее всего счет, наверное, будет все же больше. Из связки ставок тотал меньше 3,5 обезобьют нет победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 3,5 1,66, на обезобьют нет 1,49, на победу гостей 1,17. Буки дали базу на тотал меньше больше 3,5 гола. Если предположить, что хозяева не забьют, вряд ли они пропустят больше трешки. Поэтому тотал меньше 3,5 вроде бы смотрится как вполне реальный вариант. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, то здесь можно взять победу Португалии с фурой в минус 2,5 гола за 2,28. Коэффициент, правда, не столь велик, как хотелось бы, но потенциальные 0,3 по своей ожидаемости примерно равны 0,2. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.